Несмотря на кризис и спад производства, по конкурентоспособности наш регион один из первых в Украине. Нас обогнал только Киев. Таковы результаты исследования фонда «Эффективное управление». Что такое конкурентоспособность в определении Всемирного экономического форума? По сути дела, это способность страны обеспечить в средней и долгосрочной перспективе стабильный экономический рост. По данным исследования, наш регион оказался лидером по качеству работы госорганов и общественных организаций. По этому показателю мы находимся на одном уровне со Словакией. Кроме того, в регионе наименьший показатель – растраты госсредств. А запорожские суды наиболее независимы, утверждают в фонде. Представители местных властей с такими результатами согласны. Говорят, данные исследования отвечают действительности. Фонд абсолютно не политизирован. Да, это прекрасно. Почему? Я больше сказал, что он просто более объективен. Он не стремится замазывать всякие там сложности, несложности, не давать приоритеты кому-то первому, второму или третьему, а честно говорить, что почему у вас так получается. Я думаю, что запорожцы давно переконані в том, что мы первые на Украине, але чомусь в рейтингу Кабинета министров мы завжди занимаем 23 место. Ну там иногда 21, иногда 25. Среди других преимуществ региона – высокий уровень подготовки кадров. По этому показателю Запорожье уступает только Киеву. Кроме того, в нашей области хорошо приживаются новые технологии. Однако это не означает, что ничего тут не треба робити. Звичайно, в международном контексте ситуация трошки інша, так как Украина взагалі в целом занимает не найкращі позиції в международном рейтингу. Не обошлось и без ложки дегтя. Высокий уровень преступности, детская смертность от сердечных заболеваний и низкое качество медицины – вот основные проблемы нашего региона. Решением этих вопросов и следует заниматься местным властям, считают представители фонда. Тогда экономика области будет развиваться более интенсивно.